Аналоговое телевидение прекратит работу почти через 2 года. Минкомсвязи анонсировало его отключение по всей стране в 2018 году. В ведомстве пояснили, что к концу 2018 года полностью прекратится госфинансирование аналогового вещания, однако решение об использовании такого сигнала останется за телеканалами. Для перехода на цифровое вещание формируются так называемые мультиплексы, то есть пакеты общедоступных цифровых каналов. Первый мультиплекс представляет из себя федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов цифрового телевидения. Телеканалы второго мультиплекса не являются обязательными для бесплатного распространения. А вопрос о создании третьего мультиплекса, который должен формироваться в каждом регионе отдельно и включать региональные телеканалы, сейчас экономически нецелесообразен и для него нет экономических предпосылок. Такое мнение озвучил министр связи России Николай Никифоров.